Работы по сносу продолжаются. Нами было задействовано 13 единиц техники, 5 бригад, 35 человек. Один экскаватор, 2 погрузчика, 4 шахмана и 6 КАМАЗов. Все было сделано, да, согласно смете. Жители, в принципе, все довольны тем, что провели работу качественно, я считаю, в сроки. Плюс у нас еще 2 года гарантии.